Здравствуйте, зрители ТВ-канала, подписчики. Сегодня я сниму видео о том, чем заниматься пасечнику в зимнее время, когда пчелы зимуют, отдыхают, точнее перезимовывают, а пчеловод отдыхает. Больше эта тема будет касаться начинающих пчеловодов. Вот, потому что былые уже знают, чем им заняться. А юные пчеловоды думают, чем же себя занять в зимнее время, когда пчелы зимуют. Ну, первое хочу сказать, что начинающий пчеловод должен составлять планы на будущий год. Может заниматься бытовыми вопросами по пчеловодству, такими как сбор прополиса старых рамок, счищивать. Может чистить литки, собирать подмор, вот, просушивать его на лекарства. Также можно заниматься, если есть возможность, вытопкой сотов, изготовлением ульев, пробовать делать рамочки новые, натягивать проволоку, потому что когда начнется весенний летний сезон, до этого руки не будут доходить, потому что и так хватит забот пчеловоду. Вот. В это время я обычно тоже делаю дополнительные корпуса, изготавливаю рамки, натягиваю проволоку. Это вы увидите в будущих видео. Также у меня есть прошлые видео, когда я заливал на YouTube, там видно, как я делаю рамки. Также можно заниматься другими вопросами по пчеловодству. Это приобретение нового инвентаря. Вот. Составлять график и планы на будущий сезон, вывода маток. Вот. Ну и многим чем другим. Как-то так. Всем пока, благополучия, до новых встреч, пока-пока.